Если в 2000 году главной темой для художников является он сам, то есть он работает исключительно с внутренним пространством, и во внешнее пространство попадает случайно по воле куратора, да, то через 10 лет очевидно становится, что он начинает работать с внешним пространством. То есть все равно это его внутреннее, но он уже понимает, что внешнее, оно не враждебно, а с ним можно работать, и мало того, его можно конструировать. В 2000 году нам сложно понять, что это за время, что это за страна, что это, и так далее, да, то через 10 лет вот практически каждая работа говорит о том, что это 2010 год, Беларусь, да, что это вот там город Минск, или это вот, вот такой-то президент сейчас. Ну, то есть вот очень много таких становится знаков, по которым ты понимаешь, что это вот современное вот тут и теперь.